Здравствуйте всем, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем проходить Shadow of Mordor. И вот, наконец-то, нам предстоит пройти действительно последнюю миссию в компании и завершить уже с этой игрой. Мордор в огне. Вернувшись в Нурн, вы обнаружили, что Черная Рука вас опередил. But we took it from them. Агбузум иши Кримпачул. It was mine to keep. Be gone. Sauron knows we're here. Let's not keep him waiting. I come for you, Lord of Gifts. Так, штурмовать черные врата, окей. Будем на горячем Карагоре ехать. Feel the true power of the Gravewalker! Уничтожить когтей черной руки? Да, окей. On the shore her freedom. The freedom to die with her people.
Получайте. Took the tower's head, I hear. And for that, I'll take your skin. Ах, вы шакалы. Да заткнитесь вы уже. На. Первому коготку хана. Ах ты ж урод. Второго коготка убили, даже не я. На. Thy weep not for me. But for the Uruk you have slaughtered, you butcher! Да заткнись ты уже. На. Ranger! Man meet traitors. Traitors weak, Uruk strong. Посмотрим. Так, ладно. Троих я убил, это четвертый. Где же пятый? Ну ладно. Да чё ж ты творишь, а? Бейте его в спину, пока я его отвлекаю. Да блин, не туда. Вот так. На, тварь. Пособираем руны со всех. Правда, не знаю, на какой хрен они мне надо, но пусть будет. Я жадный. This will finish as it started, with shadow and flame falling on the black gate. Чё тут по карте он? Дофигища валяется еще мечей всего. Ну, рун. Ну ладно. The ringmaker, he cannot take form. He will be trapped within Mordor, no more than an eye of flame bound to his dark tower. And at last I can die, and none will avenge me. Так. Heed my command. Держитесь рядом, орки. Вы не можете еще пригодиться. Хотя вряд ли. Но пофиг. Блин, ну залазь-то ли он? А, нельзя, ну ладно. Так, какого ж хрена? Так. Не тупить. Да это что такое? Почему ты начал тупить с паркуром своим, а?
gift for you, Celebrimbor. Вот как он поступил с ним. Что он делает? Саурон? Твою мать, что происходит? На, тварь. Получай. Time has come for a new ring. Ну что ж, друзья, поздравляю вас. Вот мы наконец-то и прошли Тени Мордора. Как по мне, одна из самых лучших игр за этот год. Много чего должно было хорошего выйти в этом году. Все в основном поперенесли. То, что казалось будет хорошим, оказалось большей части дерьмом. А вот эта игра меня в принципе ни грамма не разочаровала. Да, есть минусы, есть свои недостатки, но в целом именно очень хороший продукт, как по мне.
В игру было и интересно играть, и интересно следить за сюжетом. Все мне в ней, в принципе, понравилось. И, как вы видите, концовка нам намекает на то, что, скорее всего, мы увидим продолжение Теней Мордора. И, как по мне, это очень классно. Вот, надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.